Друзья, всем привет! Вот я дала, не помню сколько видео, базовых, цель которых была учиться попадать в пульс. Мы изучили два основных ритма, это четверка, которую мы обозначили слабями такодими просто для простоты. Это не значит, что так нужно делать всегда, просто для простоты, для наглядности. Аналогично поступили с ритмом тройка, обозначили его такито. Потом было видео, я сказала, что есть... Можно выделить группировки раз-два така, раз-два-три такита и раз-два-три-четыре такадиме. И вот вам такое задание. Вот как раз буду ждать ответов в Телеграме. Посмотрим, насколько это усвоилось и насколько вы готовы идти дальше. Особенно для тех, кто, ну, как бы в ожидании, что-то тут какая-то совсем базовая база. Вот проверочка вам. Давайте попробуем просто. Возьмите для себя число от 7 до 15, любое, вот себе загадайте, от 7 до 15, и разложите его разными способами на вот эти комбинации из слагаемых, и потом вот эту фразу отстучите. Например, я сейчас для простоты, допустим, 7, да, это такая семерка, но семерку не берете, раз я ее взяла, значит, вы не берете. Допустим, 7. 7 я могу как... Например, 3 плюс 4. Таки-та, такадими, таки-та, такадими, таки-та, такадими, таки-та, такадими. Вот, группировки. Каждую группировку я как бы акцентированным ударом выделяю. Таки-та, такадими. Или думаю по-другому. Такадими, таки-та, такадими, такадими, таки-та, такадими, таки-та. Или таки-та, така-така. Така-така-таки-та, така-таки-та-така и так далее. Вот любое число сейчас, ладно, от 6. От 6 до 15 возьмите, кроме семерки, и попробуйте вот его как бы настучать. Вот так и на видео сказать. Вариант номер один. Это плюс это. Бум-бу-бу-бум-бум. Это вариант номер два. Так-так. Дум-ду-ду-дум. Вот попробуйте потренировать это и скидывайте. Делитесь. Вот. А я как раз сейчас еще одно видео сделаю. Покажу пример усложненной вот этой теорией с глюкофоном.